2003 году я впервые посетил Южную Корею со своим коллективом «Люмо». Мы выступали и по клубам, и по стадионам, и на презентациях разных были, и в лотто-отелях, где мы только тут не были. И вот прошло ровно 20 лет, а эта любовь не утихла. Несмотря на то, что после пандемии мы не посетили эту страну. 5 лет нас нет в Южной Корее. И, естественно, мое сердце не выдержало. Учитывая, что еще и юбилей такой, мне пришлось улететь сюда. И вот я здесь, в стране утренней свежести. И хочу с вами поделиться впечатлениями об этой юбилейной поездке. Welcome to Korea! Сейчас с вами находимся в Джинджу Кэсл. Это крепость города Джинджу, где каждый год в октябре проходит фестиваль фонариков на реке Намган. Совершая экскурс в историю Южной Кореи, хочу сказать, что вот именно вот эта крепость была завоевана японцами примерно где-то в 1593 году. И здесь был банкет японцев внутри этой крепости. И там танцевала прекрасная группа, танцовщица, девушка по имени Нонгэ. И в какой-то момент она обняла, схватила генерала японского и сбросила его. Вот именно с вот этой стены, вот туда в воду. И генерал летел японский. А потом при помощи фонариков, которые плыли по реке Намган, освободители крепости, то есть защитники крепости, передавали свою информацию. И вот спустя множество лет, веков, корейцы сохранили память об этом событии и до сих пор отмечают праздник на реке Намган, называя его Намган Юдон Чукчхи. Там приходят корейцы поклониться этой великой девушке. Вот ее портрет. Мы начинаем фестиваль. Раз, два, три, лампочка, гори. Good night.
이런 날 용서해. 바보 같은 날 언젠가 너 다시 만날 그날이 오면 너를 내 품에 안고 말할 거야. 너만이 내가 살아온 이유였다고. 너 없이 나도 없다고. 언젠가 힘든 네 길이 끝이 나는 날 그대 곁에서 내가 눈 감는 날 기억해. 나의 사랑은 네가 마지막이었단 걸 처음 든 Знакомьтесь, мой друг Хён из города Инчона, которого я знаю с 2005 года. Платишь десятку и вот бери сколько хочешь. Вот сейчас мы мясо будем брать, вот хоть 20 килограмм съедим. Одинаково все равно все. О, это ток. Или ну, сосиджес. Вот у меня специальный панчашник, а его, если неправильно положат, я ему вот этой сковородкой по лбу. Хёная. Удаликоё. Ну вот, столик почти наш готов. Конечно, без кимчи не обходится ни один завтрак. Hello! Привет! Хорошо. Мяшек там. Конечно. Я очень хочу сангапсаль. Вообще я на мион хотел. Но придется сангапсаль. Куда денешься? Значит, тут такая девочка работала, а теперь кошечка работает. Что ты мне принесла? О, кула. Камсамнида. Вот так. Аньо. Хвостом повиляла и поехала. Корея – это страна, которая как бы погружает тебя в детство. И мы вспоминаем о том, что мы не совсем взрослые, а в каждом из нас живет душа ребенка. Дон де Мун Дизайн Плаза. Всегда мечтал здесь прогуляться ночью. Днем-то получалось, а вот ночью красиво. Все с подсветкой.
дорогие друзья, настал момент появиться очень важному человеку в нашей корейской жизни. Это мистер Ким Дон Бэй. Именно он первым встретил нас в Корее 20 лет назад, в 2003 году. И не случайно мы встречаемся с ним, опять на этой же ветке метро, которая Банхуа Стейшн, и в день учителя, потому что по образованию мистер Ким учитель английской литературы. Но забросил это дело, ушел с главой в шоу-бизнес, и сейчас ни один концерт не обходится значимый в Корее без его участия. Он стейдж-менеджер. Вот. Ну, Ким привозил таких звезд, как Бейонсе и Мика в Южную Корею. А для нас он простой. Кимуся, наш друг. Жду тебя, Кимусенька. Вот идет уже. Вот он. Преподаватель, губернатор нашего края, мистер Ким Дон Бэй. Welcome here the Mukdong area. Really thank you for your coming here. 20 anniversary. Yes. Yes, 20 anniversary. This is Korean the pizza. How about this? 감사합니다. 맛있어. 진짜요. Где Кимуся, там, конечно же, свежая рыбка, вот она, туна. Хангумари чамчи. Беру самую вкусную часть. It's more delicious. Вот here. Any. Это первый способ. Второй способ. Берется туна. Туна. Вот here. Как мистер Кимучи. И немножечко ее украшаем. We are your, my friends. It's good. For Hangu Sarang Sarange. And drink. И после этого еда. Ням-ням. Ням-ням. Таэквондо의 전통성과 우수성을 여러분의 선보이겠습니다. 뜨거운 박수!
супчик, это шаба-шаба суки. То есть я буду сейчас сам готовить супчик. Все такое мини-бикини, вот такое маленькое как. Суп, который мы ели со Светой Мосиной и разлили. Надо дома такой попробовать сделать. Даже я знаю, где бульончик такой взять. Дома отожму джинсы и будет бульон. Смотрите. Называется «Сделай суп здесь и сейчас». А то, говорит, такой худенький. Тебе кушать надо. Вкусно безумно. Смотрите, это дело суп. Шабу-шабу. Стоит 12 500, на наши деньги 960 рублей. Beautiful life. Hi. Hi. Oh. Sony, Kinsu. First time meeting? Ну, я... I miss Lumo. Ну? Чинча? Странно feeling. Странно feeling. Наша бухгалтерша Оксана очень просила показать ей. А моя баба Яга сказала, что ой, моя киска любит эту рыбку. Пипи-пи, плохо видно. Вкусно, палочки оближешь, мне кажется. Они правда шевелятся. О, мальчик там. О, really? Да, я съем сейчас. У кашны кашны закашлатилась. Кашны кашны скашны. У шуруповой даши башипит. Шупа-папа-шипа-шипит. Ташипа-шипит. Шипа-шипит. Ого, душа болит, спина болит, нога болит, кто об этом говорит? Давай. Душа болит. Угу. Голова болит. Угу. Спина болит. А? Спина болит. Ага. Рука болит. Рука болит. Нога болит. Жопа болит. Что болит? Жопа. Жопа. У кого что болит, тот об этом говорит. Пора мне преподавать русский язык для корейских школ. И вот мы тут стрит, небольшой город. Мой любимый Джинджу, который люблю больше Сеула, безусловно. Он прекрасен. Все переливается, все сверкает. Все гуляют, потому что сегодня... It's Friday now. Сегодня пятница. Корейцы большие дети, как я говорила. Большие дети играют в игрушки. А я уже выиграл. I have подарочек от Cacao Friends. Бэби-фейс. Ну, вы знаете, что такое бэби-фейс? Это ночной клуб так называется. С песнями Big Band. Молодежь просто funny. Wow. Yes, really cat. Мяу, говорят. Ну, о чем тут говорить? I love Korea. А вот в этом доме живет Sony. Sony House. Так смешно.
что? Она говорит, а у вас в Лондоне, говорят, всего лишь afternoon. Я в моем Лондоне. Ну, я живу в Ставрополе, это пригород Лондона. Можно всю ночь бухать, гулять. Утром вот это пьешь, и ни в одном глазу. Хоть на работу, иди хоть за руль садись. Ну, можно еще предварительно одно выпить. Замечательно, это такие похмелин называется. А это витамин щи, то есть витамин С. Все полезное. Вот этот напиток, это для волос, это Power. Это разные чаи. 1+1=3. Ну, чего тут только нет. О, вот она. Мандоби Бегон стоит, сколько она здесь? 6000 вон. 6,8-48, да? 480 рублей. Но у нас она по 400, а в магните по распродажке я брал за 219 рублей. Вот это Бибиго Манду, она теперь пошла. Когда вы много выпьете, вам захочется пойти сюда, вот в это большое здание. Hammer Music Town. Раньше она называлась Happy Birthday Karaoke. Споемте, друзья. Настоящие корейские салаты. Как вы видите, ничего с нашими общего не имеют. Это жгучий сюрприз. Так много. Вот. Вот здесь она несет и несет. Как красиво. Style. Это полезная еда, это народная медицина, это обязательно буддийские храмы, природа. Идем просветляться. Мы пришли на медитацию. Дорогие друзья, говорят, сегодня в Ставрополе выпал снег. А у нас тоже выпал снег. Видите, как все белое. Но это все из-за Маши. Thank you.
Вот она. Beauty. Чанвон. I love Korea. Korea-chan? Ladies and gentlemen, welcome to World Traditional Medicine and Anti-Aging Explore in Sancheon 2023. Халява и со. Выставка о лекарственных растениях, которые помогают нам бороться с заболеваниями и предотвращать старение. Фонтан молодости. Вот сейчас как окунусь туда и помолодею. И выключили сразу. Сушеная женщина очень дорогая. Это уникальный шампунь, чтобы волосы не выпадали. И автор этого шампуня здесь с нами. Это опытные образцы здесь на выставке, международной выставке. Это коллаген, который борется с морщинами. То есть вот так можно молодить свое лицо. Опять множество подчанов заказали, только суп, а вот эти все салаты идут в подарок. И сейчас рис принесут, вот он. Такие рис подарки, сами варят. Подается очень красиво. Спасибо. Рис уже щенка решил наладить мое питание, чтобы я вес сбросил и вот ел только полезное. Я так и делаю. С ним ем это, а ночью, вечером, грызу жареную курицу. Кьёчон. Вот этих кур я просто обожаю. И сделано так все красиво, как будто это не пурадак, а как будто это прада. Прада чикен. Это лакшери чикен. Они действительно лакшери. Они очень вкусные. С чесноком медовые, как мы любим. Все стильно продумано. От упаковки до униформы. Что сказала? Видимо, заслужил курочку в подарок. Вот такое меню, вот сам босс нас приветствует в меню. Медали у них дофига. Вот они все мои чиканы. Amazing chicken. Good names. I want to smoke it. No problem. Oh, good. Say hello to Lumo team. Go to Lumo. How are you? Kakila.
We are you. Выбираешь тарелочку и платишь. О, супчик принесли. Тарелок у меня будет. Сколько тарелок будет, столько суши я съем. Очень вкусно. Мимо пройти, мимо. To Stavropol? Yes. Jak su fakie? Yes. Chinchayo? Pravda. Chinchayo. Exactly. Exactly. Oh, good. Запечатано. А сейчас я могу сказать лишь одно. Надо жить сегодняшним днем. Остановись мгновение. Ты прекрасна. Strong feeling. Прайо. I want to go out. Korea life with a Korean girl, maybe marry, because I want many time with Boba. Now I feel separate feeling, but we enjoy this moment. Yes. Come to Russia. Strong feeling. За это тост. Как? Жахни! День моего отъезда домой. И сегодня прощальный ужин с моими друзьями. Я желаю корейцам, моим любимым, здоровья, счастья. И надеюсь, что скоро сюда опять вернусь. Good luck for you! It's beautiful love.
I might really be happy. I think you can come in, but next time I'm, and your health is very important. Your health every time.